Всем привет, привет. Им всем привет. Ребят, всем привет. Сегодня мы собрали, в общем, вот такую коллекцию трансформеров. У нас здесь 10 цифрок, 10 трансформеров. И сегодня мы хотим собрать большого гигантского. Так, мы собираем, у нас есть два вида роботов, мы собираем вот этого желтого, да? Я буду вам помогать, я буду. Ну-ка, давайте попробуем. Так, ну, в общем, выдвигаем ноги, выдвигаем голову. И нам нужно 6 и 9. Подожди. Так, берем 9, но... Ну-ка, подожди-ка. Так, мы это выдвинули. Да? Да, мы собрали всех роботов. Так, ну ладно, я одного сделал. Ну, будем считать, что сделал. Давай 6. 6. О-хо-хо-хо-хо. Так, знаешь, что нужно? А, пушки не просто... Пушки они вставляются сюда. Так. Титан. Титан? Да. Титан. Он там с титаном. Ну что у меня тут фотки? Так, так, а теперь нужно... Слушай, еще одну такую нужно. Красный. Ну-ка, нет у нас больше. А сейчас, извините, я смогу вот эту. Вот эту, да. Палочка. А эта штука на две части не делится? Нет. Ну-ка, подержите меня робота. Вот это тоже выдвигается. Это что-то невероятное получилось.
Класс, это Танос. Это Танос Титанос. Это Танос, я не знаю. Танос такой, как ты. Такая рука. Танос, я вот Танос, я вот Титанос. Да, ну вроде как бы правильно собрали. Да, ушла. Или что-то... Не плавно. Нет, ну все правильно. А, получается, так, мы этого собрали, а теперь у нас можно тройки, двойки, пятерки и четверки. Вот. Так, все, вот. Этого мы собрали. Давай вот. Еще одного. Этот у нас пусть стоит. Надалось. Так, я его как-то боюсь прямо. А вот тут так на головку. Просто поставить. А вот так, давай его положим. Потом мы посмотрим. Давай, голову. Давай, я покажу. Так. А, все, вот видишь лицо. Газон. Так вот мы делаем, и здесь получается лицо. Тоже. Так, ну все. Лицо есть. Нам нужны вот эти штуки. Это что, у него руки шумят? Это у него будут цепляться ноги. А вот здесь посередине она как-то двигается. Здесь посередине. Штука. Она так переворачивается. Вот, видишь? Вот это была. Так перевернуть и так сделать. Это мы. Так, все. Теперь. А, сюда, слушай, тоже однёк надо. Но мне кажется, вот это вот на две части разделилось. Да? Да, попробуем. А ты сможешь ее разделить? Я сам смогу. А, и получается, вот эти штуки, это от того робота. Значит, неправильно сделали. Ну что? Ну, а что, нам однерка нужна сюда. Хотя можем вместо однерки сюда поставить просто. Ну, давай. А где та вторая рука что будет? А вторая рука будет у нас это? Четверочка. Восьмерочка. Вот такая. Вот она раз. Раз. Посылка не понадобится. Посылка нам понадобится. Раз. Одну сделали. Так. Пап, надо эту, да, эту. Его здесь сложнее делать, чем вот эту. Вот там же есть полоса на работе. Ну, давай. Понадобится один. Вот это так делать. Это двойка, пятерка у нас будет. Сейчас. Вот это надо. Двойка, пятерка, так, а нам руку надо. Только надо его сделать с ногами. Сделай его самолетиком. Самолетиком уже не будет. Давай, я знаю. Нет, подожди. Если мы сделаем самолетиком, то она. Самолетиком. Неправильно сделано. И захочешь на метромат, надо на стекло. Так, ну как-то. Так, ну вот смотри, по рисунку у меня вот так вот. Рисунку вот так, единственное, чтобы сейчас. Да, это... Еще это. Да, подобы не покупают. Это... Вот такой. На Добрыню? Угу.
Получился такой робот, да? Да, вот смотри. Вот у нас Добрыня. Так, а сейчас Добрыня у нас. Добрыня у нас разобрался. Добрыня не хочет видео показываться. И он... это... да. Так, вот такой у нас один робот с такими большими руками. И с физиономией Добрыня. И вот такой физиономия Добрыня. Вот два робота. И, кстати, один лишний остался. Точно лишний у нас? Какая цифра какая-то у нас осталась? 7? Да, 7 часов. Это такой маленький помощник у них. Это помощник. Все мы сделали правильно. Ага. Это домашнее животное у них такое. Домашнее животное. Так, ребят, ну в общем, чего у нас получилось? Получился у нас... вот такой вот небольшой силач, крепыш, да. И вот такой. Титанус. И титанус такой. Смотри, как он прикольно смотрится. Смотри, у него похоже две ноги, да? Ну, вот этот вот классический такой робот, да? Да, вот этот вот такой. Такой себе, да. Ну-ка, поверни его ко мне. Ну, слушай, тоже классно. Он поцелать не умеет. Его зовут Федя Медик. Давай драться. Смотри, какой классный робот. У него тут еще пушечки есть. А, вот, у него раз и такие ножи. Ходули. Это на ходули. Так это его секрет, что он такой. Слушай, так его можно вообще ходули убрать, он будет маленький, но с большими руками. Да? Ага. Он будет обычным роботом. Голем он будет. На большие руки. А, он будет на голема похож. Вот, прикольно. Это прикольно. Ну-ка у тебя там что-то интересное. Это вот у него есть такая вот пушечка, он танцевать может. Смотрите. Что он будет помощнику такой. Во, как он делает руки еще. Руки с крепесами. Слышь! Это
Это не кукла. Это тоже классно. Ну да, ну лучше, правильно. Это низкий такой, вот такой силач такой. Он это увидите, то странно будет. Когда ты что? Так, в общем, мы собрали всю коллекцию. Собрали из нее, из этой коллекции, таких два робота, здоровых душа. Вот, и у нас почему-то осталась одна цифра, лишняя цифра тема. Да. Так, ну что, ребята, всем пока. Ставьте лайки, обязательно всем подписывайтесь. Всем пока-пока. 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 Всем пока-пока.